Здравствуйте, дорогие зрители! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня я снова в гостях у Малика и у Анжелики. Снимаю для вас стильные, красивые костюмы. Что мне здесь нравится, почему я снова сюда пришла? Потому что прекрасная посадка, хорошие ткани, производство Турции и России. И еще Анжелика очень грамотно, очень подробно рассказывает про каждый костюм. Малик все примеряет, и поэтому, если вы даже смотрите и выбираете себе костюм онлайн, то есть не приходя сюда, я уверена, что у вас не останется ни одного вопроса. Где я нахожусь? Это город Москва, торговый комплекс «Садовод», линия 16, павильон номер 3. Указан номер телефончика, делать себе скриншот визитки, работают они как оптом, так и в розницу. Ну, в общем, обзор будет интересный. Присаживайтесь поудобнее и выбирайте себе самый красивый, самый стильный костюм. Поехали! Традиционно начну, как добраться до магазина. Находится он напротив торгового центра «Садовод», корпус А, это старый торговый центр. Видите 16-ю линию, идете прямо к ней. Дальше вам надо пройти по 16-й линии всего лишь 3 павильона, потому что у павильона адрес линия 16, павильон 3. Видите красивую витрину с мужскими костюмами, с пальто, ассортимент огромный, есть даже распродажа. Костюмы по 4999, где вы еще видели такую цену? Обратите внимание, какой огромный ассортимент. Производство это Россия и Турция. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Оля! Мы рады вас представить снова вам наши костюмы. Рады вас видеть на 16.03. Сегодня хотим мы вам показать нашу коллекцию, полную коллекцию костюмов троечек производства Турция. Также у нас есть варианты, разные варианты пальто, пальто в разной цветовой гамме. Подберем вам обувь. Подберем вам рубашечку к вашим костюмам. Разная цветовая гамма также присутствует. И галстук, конечно же, бабочка. Все у нас есть, поэтому приходите к нам. Будем рады снова вас видеть. Итак, мы также сегодня вам представляем коллекцию компаньончиков уже в новых цветах, в новых расцветках. Сейчас мы представляем компаньон изумрудный цвет. Здесь у нас размерная серия данного костюма начинается с 44 по 60 размер. Модель троечка, производство Турция. Состав ткани данной модели 70% шерсти. Модель представлена у нас в приталенном варианте. Здесь приталенный пиджак. Смотрите, спинка как сидит. Сама моделька у нас идет укороченный фрак. Немножко покороче, чем обычные модели, поэтому вот так смотрится празднично, нарядно, красиво. Брючки у нас здесь подзаужены. Ну, смотрите, узкость в брючках такая вот умеренная зауженность, поэтому как бы не совсем слим, да, полузауженный вариант брючек. Эта цветовая гамма у нас вот в изумрудном цвете. Также представлены модели этой цветовой гаммы в синем цвете. Обратите внимание, это же серия компаньончиков. Вот в таком классическом. Ткань у нас идет немножко фактурная, да, не гладкая, а фактура. Добавочки очень хорошие. Здесь очень удобная ткань, эластанчик для движения. Все очень удобно. Есть эта же модель, представлена в черном цвете. Кто-то любит такой вот построже вариант. Здесь также идут брючки в тон жилета. Данная модель у нас также начинается с 44 размера по 60. И цена такой модели 8500 рублей. Вашему вниманию следующая модель троечки. Также производство Турция. Эта моделька у нас тоже в модели Slim Fit. Более приталенный вариант пиджачка, зауженные брючки.
Здесь добавлен стрейч. Для движения очень удобная, очень комфортная ткань. Многие переходят очень хорошо после классики обычной ткани именно в стрейчевые варианты, потому что намного комфортнее вам будет двигаться в ней. Эта моделька у нас начинается, размерная серия 44-го, отдельная сетка по 58-й размер. Следующая серия у нас начинается с 58-го размера по 68-й размер. То есть большая такая длинная серия костюмов и на большие размеры, да, и на маленькие размеры подберем. Здесь суцельная жилеточка, смотрите, можете также снять пиджачок, остаться просто в жилетке, в брючках. Данная моделька, вот как бы праздничный вариант, тоже красиво, нарядно будет, просто с брючками, с жилеткой. Также подбирать эту модель в троечке можно. Сейчас представлена она вот с галстуком. Очень красиво будет и с бабочкой. Можно добавить, допустим, здесь акцент. Некоторые вот просто потом одевают двойку, убирают жилет и также убирают стрелочку на этом варианте. И будет такой вот прогулочный, интересный вариант костюма. Такая модель у нас, стоимость этой модельки 9 500 рублей. Здесь также у нас очень огромная цветовая гамма. Есть вот такая коричневая стрейч модель. Тоже она идет в троечке. Состав ткани вот этой модели у нас 70 шерсти. Очень хорошие натуральные ткани. Добавка просто здесь идет у нас стрейча. Беж такой актуальный, да, на праздники. Сейчас цвет классный. Можно также с коричневой обувью скомпонировать очень красиво. Вот такой вот праздничный, нарядный серый цвет. Кто-то, допустим, любит вариант потемнее серый. Это же модель. Смотрите, какая большая коллекция в разных-разных цветах. Конечно же, есть у нас классики в черном варианте. Это же модель. Также, смотрите, серия сетки этой очень большая. Она идет с 44-го, будем говорить, что по 68-й размер. Есть нарядный вот на праздники, на выпускные, на свадьбы. Вот такой красивый голубой небесный цвет. Также троечка у нас. Смотрите, состав ткани здесь идет 70 шерсти данной модельки. То есть очень-очень такие натуральные, дышащие, хорошие ткани. Есть такой вот холодный серый цвет. Бежевый вариант мы представляли в более теплом. Вот такой еще потеплее оттеночек, очень красивый. Также эта коллекция у нас 44-го, эта моделька, размеры начинаются по 68-й. Изумрудный цвет представляем в этой же новой коллекции, очень красивый. Изумруд тоже у нас, смотрите, в разных расцветках. Есть изумруд более такой вот темный изумруд, есть ближе к такой вот травяной, да, цвет. Очень красивый. На все как бы вкусы, да, ваши есть у нас изумрудный цвет. Также есть яркий парламент. Очень многие у нас спрашивают именно вот по яркости, вот такой цвет костюма. Бордовый цвет. Не буду повторяться, размерные серии этих костюмов идентичны. Темно-синий вариант. Ну и закончим, конечно же, новым цветом, таким вот красным, ярко-красным, в красном цвете. Сейчас у нас вот поступили такие модельки. Кто хочет быть понаряднее, покрасочнее, вот предлагаем вот такую красную красивую расцветку. Так, хотим представить вашему вниманию нашу новую коллекцию троечек. Это также у нас производство Турции, эта моделька. Состав данной модели 70 шерсти. Здесь у нас идет уже полный клеточный вариант костюма, уже не компаньончик, а полностью клеточный вариант. Клетка более такая вот оригинальная, ярко выраженная в этом костюме. Кто-то любит более такую поярче, посочнее клеточку. Также эта модель у нас представлена в размерной серии 44 по 60 размер. Здесь уже стандартный вариант пиджачка, не такой короткий, именно стандарт идет. Не короткий рукав, а стандартный вариант рукавчика. Также можно сделать выход запонки, очень красиво, нарядно смотрится. Цвет такой необычный, да, вот он и не зеленый, а такой серо-зеленый с серой клеточкой, представлен в новых вариантах. Это вот только мы сейчас получили эти серии. Данная коллекция у нас также производство Турция.
Брючки здесь будут не совсем узкие, не слим моделька и не классика. Средняя промежуточная ширина в брючках. Достаточно удобный костюм. Для праздника очень-очень красивый, нарядный вариант на любой праздник. В тройке он, конечно, смотрится шикарно, но в двоечке будет более, как бы, смотреться построже. Также на лето можно, так как и праздничный вариант вот с жилеткой, да, и прогулочный вариант. Многие любят сейчас в casual стилях такие яркие клетки. Костюм цвет бомбовский. Смотрите, посадку в брючках сидят идеально. Спинка также у нас, смотрите, идет суцельный вариант спиночки. Здесь уже у нас эта коллекция начинается от 11 тысяч рублей. Цветовая гамма данной коллекции у нас тоже многообразная, разноплановая. Здесь у нас и бежевый, очень красивый, смотрите, костюм в бежевом цвете. Также размерная серия, это 44 по 60 размер. Серая клетка, смотрите, очень красивый вариант. Также и брючки здесь будут, клеточка, да, идти, и жилетка, и пиджачок, все полностью в клетке. Синий, конечно же, самый на сегодняшний день востребованный цвет. Потом ребята с джинсами одевают вот такие цвета, цветовые гаммы. Есть синий потемнее, смотрите, есть немножко такой с голубизной крапление синего, тоже очень красивый вариант. Под джинсы можно потом пиджачок одевать. Ну а в тройке вы видите, да, он смотрится вообще шикарно, нарядно. Есть, смотрите, эта же категория костюмов у нас, то же самое лекало, тот же самый крой, но здесь уже более не яркие клетки, более такие приглушенные. Кто-то не любит яркость. Он также смотрится элегантно, красиво, но уже более спокойный вариант. Также, смотрите, эта модель у нас представлена в коричневом цвете. Это все, что касается клеточек. Вот здесь также представлена не ярко выраженная клеточка. Эти модели у нас идут... Размерные серии, размерные сетки идентичны вот в таком красивом изумруде цвете, да, но здесь уже представлена не клетка, а такая вот штрих ткань. Серый такой более светлый цвет, серый более, смотрите, потемнее вариант, кто что любит. Есть такой же беж, мы представляли в клетке, да, есть бежевый такой более спокойный, вот. В светлом беже тоже очень классно смотрится. Поэтому вариантов этих костюмов очень-очень много серий. Приходите, померяем, посмотрите, подберем. Будем рады вас видеть. Итак, дорогие друзья, конечно же, хотим вам представить сегодня классику. Классика у нас, как всегда, актуальна, как всегда в моде. Сейчас вот классический вариант вот такого вот черного костюма. Классика-классика. Здесь у нас идет... Состав ткани этой классики 70 шерсти, производство Россия. Здесь такая умеренная классика, но в нашей коллекции также есть разная полнота классики. Это вот умеренная полнота, есть пошире полнота классических вариантов, то есть пошире будут брючки здесь умеренные, смотрите, брючки, пошире пиджачок. Классика у нас представлена в разной полноте. Также это у нас готовые ростовые костюмы. Здесь у нас рост начинается этих моделей классических вариантов 64, 76, 82, 88, 94. Огромная вот такая ростовая сетка, ростовая серия. На каждый рост мы подберем вам классический вариант костюма. Также здесь у нас размерная серия очень большая. Начинается классика у нас с 44 размера по 72 размер. Поэтому данную серию готовы подобрать на любой рост, на любой размер. Это классические варианты моделей у нас начинаются от 9 500 рублей. Эта модель классики у нас в идентичных сериях, в идентичных сетках. Я не буду повторяться. Также есть, смотрите, в фактуре в темно-синем цвете. Также производство Россия, 70% шерсти данной классики.
Есть вот такая вот гладкая в парламенте цвете, более поярче. Здесь немножко уже пошире лацкан и немножко другая полнота. Также полнота этой модели у нас есть немного в подзауженном стиле, в умеренной классике. Эта модель у нас, конечно же, классический вариант представлен в синем цвете, синяя классика. Черная на молодом человеке, здесь вот идентичный вариант модели, только в синем таком чернильном цвете классики. Есть классические варианты синего, но вот такая вот неяркая штрих-клеточка идет. Очень красивый стильный костюм, более деловой, строгий, на каждый день. Также можно и на праздник, кто любит только классику. Цветов очень-очень много. Есть вот такая красивая серая клеточка, тоже она не ярко выражена в классике, да, преимущественно не бывает совсем ярких клеток, поэтому такая более спокойная. Также размерные серии у нас идентичны, составы тканей тоже. Также есть у нас, если клетка, то в классическом варианте не ярко выражена, вот такая пошире клеточка, да, но она незаметна, очень красивая. Серо-голубой костюм. Также у нас, смотрите, хочу обратить внимание, что в разной полноте эти костюмы. Есть поуже полнота брючек, да, есть пошире. Также и пиджака, пиджачки есть поуже в полноте, есть пошире. На любую фигурку мы можем подобрать вам классический вариант костюма. На любой рост, на любой размер. Также есть, смотрите, вот в таком сером цвете очень красивые варианты классики. Еще хочу обратить внимание, то, что отдельно мы можем подобрать вам к любому классическому костюму брючки. То есть вы можете дополнительно приобрести также брюки, любая ростовка и любой размер именно в классических вариантах. Итак, следующий вариант костюма. Мы также представляем вам праздничную нарядную троечку производства Турция для вашего выпускного вечера, для свадьбы. Очень красивые, яркие, такие casual стили модели вариантов троечек. Здесь такая насыщенная, ярко выраженная клеточка. Размерная серия данного костюма начинается у нас с 44 по 60 размер. Эта троечка у нас идет в разных цветовых гаммах. Есть вот такая вот красивая коллекция бордового цвета. Также здесь уже немножко такая она неярко выраженная клеточка. На фоне бордо смотрится, кто-то не любит яркость. Есть вот такой красивый голубой праздничный нарядный. В этой же серии троечек идентичная размерная серия данных вариантов костюмов. Также есть у нас в сером красивом цвете эта коллекция. Эта коллекция представлена также в черном цвете. Но смотрите, здесь уже не такая ярко выраженная клеточка, более спокойная, элегантная клетка тройки. Есть вариант в бежевом цвете, беж расцветочка, очень красивая, здесь тоже немножко такая понасыщеннее клеточка. Жилеточки также здесь у нас идут суцельные варианты, 70 шерсть состав ткани. Ткань такая, она не совсем гладкая, тоже немножко фактурированная. Смотрите, разные-разные у нас цветовые гаммы. Троечка у нас суцельная, также и в жилеточке, и в брючках очень красиво смотрится. Хочу обратить внимание на вариант клеточки, что здесь, смотрите, все клетки у нас очень правильно совпадают. Это очень важно на такой тройке, потому что эта троечка, клетка ярко выражена, и не всегда правильно пиджак шьется. Здесь именно у нас очень красивое такое правильное совпадение. Причем я хочу показать вам на всех вариантах костюмов. Клеточка у нас будет совпадать, она не будет здесь разрываться или как-то там обрывисто смотреться. Вот такая вот тройка правильного кроя, да, для вас сегодня в нашей коллекции. И данная коллекция у нас, стоимость данной коллекции 7500 тысяч рублей. Итак, мы представили вам в нашем начале, в самом начале вариант троечек в стрейчевых вариантах, более классических вариантах костюмов. Сейчас эту же коллекцию мы продолжаем стрейч моделей, только уже в более таком варианте классика спорт. Здесь у нас идет уже накладной вариант кармана в этом пиджаке. То есть вот сейчас он представлен, этот вариант костюма, именно с футболкой и с мокасинами. Также вы этот вариант можете
преобразовать, да, в такой более классический вариант. Если вы оденете сюда, также пойдут и туфли, можно лофера будь, можно сюда также одеть стильную красивую рубашечку. Но в данном варианте вот он представлен у нас в таком более спортивном стиле. Этот вариант костюма, состав ткани данной модели у нас 70 шерсти, производство Турция, пояс, обратите внимание, здесь уже более такая вот кулисочка-резинка идет, также можете сделать и под ремешок. Размерная серия этих костюмов 44 по 60 размер, также ткань у нас стрейч, только идет уже в двоечке, более спокойный вариант. Эта модель у нас представлена в разных цветах. Есть вот такой вот коричневый цвет. Также идентичная размерная сетка данной модели. Есть у нас черный, более такой спокойный цвет, графит, очень красивый. Бордовый цвет. Эта же модель у нас представлена в таком светло-сером цвете, более на лето, да, более летние варианты уже, вот серый, светло-серый, голубой такой небесный, тоже летний цвет. Тоже идентичные они, смотрите, варианты цветов, как в тройках, только уже более другой вариант, совсем другой вариант костюма мы представляем. Эти костюмы у нас, стоимость данной модели 11 тысяч рублей. Так что приходите, вот такой прогулочный вариант, скажем так, подберем тоже. Большая линейная серия, цветовая гамма разнообразная. В общем, приходите, ждем вас и будем мерить вот такие красивые костюмы. Конечно же, хотим вам представить коллекцию отдельных вариантов пиджачков. Пиджаки у нас производства Турция. Размерная серия пиджаков у нас очень большая. Она также начинается у нас с 44 размера по 72 размер. Рост тоже мы вам подберем. Есть 76, 82, 88. Производство у нас Турция, да, и состав ткани вот данной коллекции пиджаков 70 шерсти. Ткань сделана под велюр, но несмотря на это, ткань более натуральна, именно 70% шерсти. Здесь вот модель представлена в неярко выраженной клеточке на черном фоне. Очень красиво смотрится даже под черные вот джинсы. Любые другие варианты вы можете подобрать цветов. Черный будет сочетаться с многими цветами. Такая же моделька у нас есть вот в коллекции в парламенте цвете. Здесь также у нас неярко выраженная клеточка пиджака. Это модель, которая представлена вот сейчас у нас в черном цвете с клеткой. Также есть в темно-синем варианте клетка. Смотрите, это клеточные варианты. Все размерные серии также у нас идентичные. Ткани, составы также у нас идентичные. Эта клетка, которая вот представлена на молодом человеке, также есть у нас не клеточные варианты, а более однотонные варианты. Здесь у нас также производство Турции этих пиджачков. Есть вариант в коричневом цвете. Вот такая же моделька в коричневом, уже без клетки идет эта модель. Более однотонный вариант ткани. Очень красивая такая фактура. Есть вариант вот такой вот однотонный темно-синий цвет, также без клетки у нас размерной серии, также 44 по 72 размер. Вот такую получили очень красочную, нарядную, яркую модель в красном цвете. В сочетании с черными джинсами, с черной футболкой. Смотрите, классно, стильно, модно смотрится. Также они у нас идут 44 по 72 размер, эта серия. Варианты пиджачков клетки, вот такие вот красивые ткани, облегченные варианты пиджачков. Это же модель вот camel цвет, беж, сейчас очень актуальный цвет, отдельный пиджачок идет в сером цвете. Эти же модели идентичные серии. Есть варианты, смотрите, вот пиджаков отдельных серий. Такие же у нас, мы представляли вам костюмы. Есть отдельные серии просто пиджаков. Вы можете приобрести не костюм, а просто пиджачок и отдельные брючки подобрать уже на свой вкус. Пиджаки можете у нас приобрести как оптом и костюмы тоже, да, всю нашу представленную коллекцию, как оптом, так и в розницу. Можете заказать нам, позвонить, сделать заказ, мы вам ответим. Подберем все то, что вас интересует.
Ссылку мы напишем, оставим в описании. Приходите к нам на 16.03. Будем рады вас видеть. Самый большой выбор поставщиков вы найдете на сайте Садовод База.